Юля, привет! В эти выходные в Ленинском районе будет отмечаться День молодежи. Есть ли уже программа праздника? Здравствуй, Дима! С удовольствием расскажу тебе и всем телезрителям о запланированных мероприятиях в честь этого праздника, но чуть позже. А сначала хочу пригласить всех желающих в Центральный парк города Видное. Сейчас там появилась возможность посетить контактный зоопарк. К входному билету прилагается 2 стаканчика лакомства для животных. Так что выбирайте время с 11 утра до 8 вечера и проведите его рядом с маленькими пушистыми зверятами. А 2 июля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» выступит камерный оркестр «Инструментальная капелла» Московской областной филармонии. Концерт пройдет в рамках цикла «Музыка в усадьбе». Художественный руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств России, главный хормейстер Мариинского театра Андрей Петренко. Начало в 16 часов. Вход свободный. 3 июля любители спорта ждут на стадионе «Металлург», где в рамках чемпионата России по мотоболу состоится важная игра с Тихорецким «Локомотивом». Начало матча в 18:00. Болеем за наших! Также 3 июля в историко-культурном центре пройдет ретро-вечер памяти Юрия Гуляева «Запевала звездных дорог». Начало в 14:00. А теперь обещанная афиша Дня молодежи. В этом году праздник приурочен году российского кинематографа. 2 июля всех желающих ждут около кинотеатра «Искра», в березовой роще у стадиона «Металлург» и в парках города. Все площадки будут про кино и о кино. На сцене у кинотеатра «Искра» с 11:00 до 19:00 будет киномарафон отечественных фильмов. А с 19:00 продолжить просмотр вы сможете в Расторгуевском парке. С 11 до 13:00 в Тимоховском парке пройдет программа «Сказочный полет в детство». С 14 до 16:00 в Березовой роще заявлена программа «Кино сквозь века». Но вернемся к кинотеатру. С 17 до 19 часов здесь будет работать Институт кинематографии. А в 19:00 всех ждет вечерний концерт и дискотека. Дима, выбирай, на какой киносеанс пойдем. Под открытым небом или в кинозале? В такую погоду, конечно, я предпочитаю проводить время на природе. Но прежде чем отдыхать, советую всем в эти выходные стать участниками экологической акции. 2 июля в взрослой поликлинике по улице Заводская, дом 15, состоится мероприятие по раздельному сбору мусора. С 12 до 14:00 можно будет сдать макулатуру, пластик, крышки от бутылок, заранее вымытые стеклянные бутылки и алюминиевые банки. Так что если у вас накопились подобные ненужные вещи, приносите и сдавайте.